В районном историко-культурном центре состоялся концерт для жителей муниципалитета. На мероприятии собрались люди старшего возраста, ведь со сцены звучали знакомые им с молодых лет песни в исполнении местных артистов. Это Андрей Николаевич Пикалов, который уже заявил о себе, которого уже полюбили у нас в городе. И он дает свои такие импровизированные концерты возле Пушкина ПЛК. Вот. И он проявляет свою, как сказать, свою инициативу и радость, и подружился очень хорошо с песней. Андрей Пикалов известен тем, что начал выступать в скверах города Видное во время пандемии, когда были отменены массовые мероприятия. А теперь получил предложение спеть на сцене ИКЦ. Вот эти песни, которые были написаны в 60-е, в 70-е годы, это самые лучшие песни, самых лучших композиторов, которые были в нашей стране. Поэтому вот я беру эти песни, они музыкальные, тема, хороший смысл в словах, все. Поэтому я пою эти песни. В репертуаре певца множество композиций, но больше всего публика любит в его исполнении советскую эстраду и военные песни. Также перед собравшимися выступила Александра Головина, солистка оркестра народных инструментов под управлением Владимира Глейхмана. В ее творческом арсенале главное место занимают русские романсы. Сегодня мы больше исполняли песни для души, да, без, может быть, особой демонстрации вокальной техники, но теплые, добрые для той публики, которая очень любит к Ирине Васильевне в гости на концерты приходить. Пришедшие на концерт зрители подпевали, аплодировали артистам и благодарили организаторов за проведение концерта после длительной паузы, вызванной антивирусными ограничениями. У Ирины Васильевны всегда все замечательно проходит. Любая тематика, она с любовью к этому относится. Сама на пианино играет и поет она хорошо. А сегодня вообще русские народные песни, в основном старые песни, которых мы уже забывать стали. Он нам очень близок, этот репертуар, потому что мы выросли на этом, можно сказать. Песни очень хорошие, душевные. Узнать о будущих мероприятиях историко-культурного центра можно в афише на сайте и в социальных сетях учреждения. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.